Быстро и с хирургической точностью дорожной разметкой в Москве занялись роботы. Привычный процесс сейчас напоминает шоу высоких технологий. Ярослав Ярославцев наблюдал, как машины делают жизнь проще. Этот автомобиль для нанесения разметки столичные коммунальные службы ждали 2 года. В итоге совместными усилиями российских и белорусских мастеров получилось высокоточное устройство из области робототехники. Такой хай-тек машины нет даже в Европе. До десятых долей миллиметра разметка накладывается на то же место. Это машина отечественного производства, разработанная нашей организацией ГБО «Автомобильные дороги» по нашему техзаданию совместно с белорусскими коллегами. Аналогов в Европе нету. Они до сих пор пытаются это сделать, но пока у них не получается. Особенность этой машины – высокая производительность. Спецавтомобиль может наносить разметку на скорости до 15 км в час. Краска для рисования полос здесь тоже непростая. Эксклюзив сохнет в считанные секунды и на вид белее снега. За процессом наблюдает оператор. Можно, конечно, обойтись и без него, но так надежнее. Эта система может работать без оператора. Оператор только сидит на своем месте и контролирует процесс. Потому что робот – робот, а люди – это люди. Вот эта красная полоса, пожалуй, самый главный элемент в этой сложной машине. Это специальный сканер, который распознает дорогу так, как будто ее видит человек. Всего за одну ночь этот робот способен распознать более 5000 метров дорожного полотна. Это почти 10 километров дороги. К майским праздникам робот должен нанести разметку почти на 2 миллиона квадратных метров столичных дорог. А уже ко Дню Победы все улицы и магистрали обретут новый наряд и будут радовать автолюбителей качеством белоснежной разметки. Ярослав Ярославцев, Дмитрий Гущин, Игорь Кузьменков. Москва, 24.